Из-за возможных рисков в связи с пандемией меняется и жизнь жителей Чувашии. Отменились культурные и спортивные мероприятия. Началось дистанционное обучение студентов. Некоторые предприятия перешли на работу онлайн. Наша съемочная группа спросила у жителей столицы, насколько бережнее стали они относиться к своему здоровью. Иммунитет повышаем, а так никак. А каким образом закаливаете? Закаливание, здоровый образ жизни, правильное питание. Стараюсь меньше контактировать. Дезинфекция полная, и рук, и как бы не бываем в людных местах. У меня вот пожилые родители, они сидят дома, не выходят. Я просто считаю, что люди лишний раз паникуют, а нужно как-то поспокойнее к этому относиться. Вот сейчас только что была в больнице, руки спиртом намазали, температуру измерили, сказали, все нормально. Мы не привыкли сидеть дома, поэтому лучше всего купить иммунитет. Редко выхожу на улицу, и все. То есть карантин соблюдаете? Да, конечно. А родственники ваши соблюдают? Соблюдают, все соблюдают. Пожилые мы, все соблюдаем. Мою почаще руки, я их так чаще мою. Все. Хожу на работу пешком, в общественном транспорте не езжу. Мне кажется, молодежь попроще к этому относится. Я пока не защищаюсь. А родственники, быть может, ваши предпринимают какие-то меры? Моют руки,